У нас в России всегда были очень добрые, особые отношения с курдским народом. У курдского народа своя очень сложная судьба. Мы видим, что происходит сейчас в регионе Ближнего Востока. Могу подтвердить и констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя в борьбе с терроризмом международным очень мужественно и воюют эффективно. Что касается вопросов, связанных с суверенитетом, независимостью тех или иных частей того или иного государства, то исхожу из того, что мы все будем действовать в рамках международного права, и в конечном итоге права курдского народа, законные права, будут обеспечены. Но в каких формах и как это будет сделано, это зависит от Ирака и от самого курдского народа. Мы до сих пор были в контакте и остаемся в контакте, и будем в контакте и с Багдадом, и с Кирбелем, но вмешиваться во внутренние иракские процессы мы не собираемся.